Доброе время суток, вы на канале Анжелика Семерякова. Вывели наших дамочек под навес, на улице сегодня тепло. Все, они все сено съели, стоят в ожидании. Вон белянка лежит. Вот они, дамочки. Капусты наелись, морковки наелись, сено все съели. Сейчас отец придет, вам еще что-нибудь даст. Целый день жуют помаленьку. Начала побелку в сарае. Сейчас у коров побелю. Сколько побелю, точно не знаю, потому что телефон у меня постоянно разрывается. Постоянно звонят с работы. Сколько смогу, сегодня побелю. Помою окна, вытяжку. Вот. Так бы нанять, чтобы побелили. Да некого. Прям завидую людям, которые могут нанять. У нас в деревне вообще никого не наймешь. Если кто пьет, то они пьют. Они в жизни не пойдут колымить, а им около магазина дадут. Каждый по копеечке, и они там насобирают себе. У нас практически нет людей, чтобы нанять вот так вот, чтобы кто-то что-то сделал. Даже за бутылку, не говоря за деньги. Никто ничего не хочет. Ни за бутылку, ни за деньги. Вот у курей тогда еще побелило. Хорошо. Вот сейчас пока тепло, нужно побелить вообще всю стайку. Ну вот, я успела только побелить над коровами. И то даже еще не просохло. Это уже постелили. Сейчас их заводить будем. Ну, над белянкой более-менее просохло уже. Потолки побелило. Но все еще не высохло. Окна помыла. Вот. Трубу помыла. Вот, трубу помыла. Вот только над тремя коровами. Дальше все грязно. Не успела я. Можно. Чем-то пакет висит. Проверить. А мусор висит там. Я мусор собрала. Милости просил к нашему сарасу. Это доченька. Давай. Ой, дочь, ну не надо, а. Что, уже? Ну, ё-моё. Ты посмотри, какая, а. Что за свинство? А? Это что за дела? А? Чучун, брат. Заходим. Убери копыта. Копыта убери. По молоку они сейчас дают очень мало. Причем они очень резко у нас скинули. А скинули из-за того, что, наверное, мы поменяли корм. Пожалели свою машину ехать за кормами и заказали. И нам как бы этот корм не нравится, мы грешим на этот корм, комбикорм. В выходные муж съездит и купит тот, который мы постоянно брали. Может быть, даже не эта роль сыграла. Может быть, время подошло скидывать. Скинули очень хорошо. Даже доча. Доча всегда хорошо давала. Вот. Да, доча? Так они у нас упитанные. Кормим мы их хорошо, вдоволь. Такого нет, чтобы у них в кормушках сена не было. Это морьку завели. Давай. Ну что такое? Морька? Морька у нас более такая одна из коров, которая немножечко тупит. Доча и Белянка-то они все понимают. А вот Морька, она немножечко такая. Не то, что тупит. Ждет трамвая. А вот ее надо всегда подтолкнуть, отпихнуть. Сама она этого не сделает. Давай. Море, давай. Вставай. Нормально, вставай. Море. Море.
Видите, какая она толстенькая. Пузатые, они все пузатые, большие. Кормим их хорошо. Да, доча? Вот доча с Морькой, они хорошо ладят, они дружат, друг друга лижат. А Белянку только лижет Морька, и то изредка. Сейчас Белянку заведут. Добеливать я не знаю, когда буду. Может, завтра начну добеливать. В чем я сомневаюсь. Вот наша Белянка-обезьянка. Плохо видать. Наша Беляночка-обезьяночка. У меня сутки дома не было, я в городе ночевала. Я приехала, села ее доить. Она меня облизала всю. Нежится ко мне. Она вот все равно нежность. Что такое? Все. Сейчас будем выдавать вам пайку. Сейчас они будут получать свои ведерочки. Вы что думаете, они головами там кивают? Они знают, что сейчас будут их кормить вкусняшками. Это мы сразу с утра все готовим на вечер. Сейчас я вам покажу, что они едят. А море? Вот с моря немножко тяжело. Все, если море голову засунуло, то все. А Беляна, все, у Беляны нервный тик. Вот что они едят. Там снизу комбикорм, а сверху тыква. Вот такие вкусняшки они едят. Ну, а сейчас мы будем подмываться, доиться. Большое спасибо, кто смотрел видео. Пишите комментарии, ставьте лайки. Всех благодарю за просмотры. Новенькие, кто смотрит, подписывайтесь. Всем пока-пока.